Так, молодцы. Я тут и смешна, что не встаю, я вот, да? Значит, задание, допустим, на весорах, он на полный уже готовый. Вы знаете, что там брать, но это брать от того на весорах, так? Ау! Жень! Мне же нужна моя помощь? Я лечу! Жень! Ааа! Это первый прием, да? Жень, ты им дом построил? Да, сейчас окно нарисую. Нормально. Да, сразу без окна. Илюх, тебе не попадался? Еще жук. Блин, фигово. Ушел в дом, а ты нет. Так ты че, кусок-то не заклеил? Как думаете, их еще много в этом кабинете? Тут этот, в доме. А, сейчас я заклею, клину. Ага. Собочек убирать. На, они больше не влезут. Слушай, классный дом получился. Он придет сейчас. Уходит. Давайте, перетаскивайте. Стас, открейте. Он прилип почему-то. Это тоже подклеит. Стас, ты че? Это тоже подклеит. Все, короче, давайте в дом новый переносим. Погоди, нет. Стас. У нас срочная карта. 215. Здесь-то они не сбегут. Здесь углы затрал. Он реально прилип серьезно. Они не убегали. Где они? Где он? Вон за домиком. За домиком? Под ними дом, под ними дом, под ними дом. Я не вижу. Почему раньше там полгода не прилипал? Так, так а что с ним, блин? Тимофей, отклей Стаса. Отклей Стаса? Что такое? Сюда его в дом. Опа! А где второй? Вон он бегает. Может, давай. Вместе с этой бумагой вырезать? Только не отрезай только его. Может, вместе с бумагой вырезать? Аккуратно, пожалуйста, со Стасом. Со Стасом? Ты ему сейчас лапы отрежешь. Ты надо ему резать лапки. Лучше на этой карте 215. Это ты раньше может отскочить вот так и на. Да не бойся ты его, он же не кусается. Это ж Стас. Отлипай, Стас. А чем он зацепился, не понял? Лапами. Вот какими-то... Нет, правыми лапами. Видишь, он прям... Да-да-да. Прям он сам-то хочет уйти. Стас, не тупи. Блин, сейчас вместе с лапой отвалить. Может, его отрежем скотчем? Вот я и говорю, может, вместе с бумагой. Отклеивать его. Он жить не будет. Дима, будет знать, как лезть. Не туда, куда. О-о-о. Стасян, давай. А у вас есть растворитель? У нас жук в скотче застрял. Мы новый дом просто построили, а он в старом застрял. Хочешь? Переселить не важно. Нет. Ну, я думал, тебе сейчас закупишь, но я тоже, типа, блин, не болит. Вон его, одна лапа. Да, одна лапа.